да, историк в классическом смысле хочет поставить себя вне истории. История где-то когда-то шла, может быть, даже идет, а я со стороны на нее смотрю. Я не отношусь к этим людям и к этим теориям и к их заблуждениям, зная, чем все кончилось. Потому что я знаю, что то, чем все кончилось, это только одна из возможных альтернатив. И мне важно понять, почему сработала именно эта альтернатива, а не другая. И для меня очень важно понять и услышать этих персонажей в то время, в том контексте, в котором они жили. А в рамках этого курса сегодня и завтра я бы хотела с вами поделиться своим опытом знакомства с удивительным волшебным совершенно городом Бухара. Это как бы результат нескольких экспедиций туда, совершенных в прошлом году, как раз тоже в рамках похожих проектов, в рамках проекта Сефер, о котором Миша упоминал. Мы будем пытаться заниматься исследованием цивилизации. То есть понятно, что понятие Восток и Запад это не только понятие географическое, а в первую очередь понятие культурологическое. Но некоторые говорят, что есть еще такая, кроме восточной цивилизации и западной, есть еще еврейская цивилизация, которая объединяет восточную и западную. Что касается вот данной лекции, это проблема толерантности и нетолерантности. Вот говорили о границах, да, но границы же бывают не только географические, да, не только по Уральскому хребту, вот, не только по границам государства. То есть границы бывают мировоззренческие. Обычно существуют проблемы. Проблемы взаимоотношений, проблемы отношения к другому. У западноевропейских писателей, ну, по большей части тех, которые сами евреями не являются. Я там сделала единственное исключение для Фейхтвангера, но просто его никак нельзя было обойти. Мне кажется, что для каждого явления, если начинаешь заниматься, то появляются какие-то вещи, которые близки именно тебе. Пытаемся это воплотить в материальную художественную форму с помощью кисточек, красок, пластилина и там что угодно. Но коробок, да, я не хочу сразу все рассказывать, как мы это будем делать. Я из Самары. Я не учусь в еврейской школе, но я собирался долгое время и не знаю еще, окончательно не переубедил себя поступать как раз вот в МГУ на кафедру иудаики. Ну, мне интересно все, что здесь происходит, и, возможно, где-то я сделаю какие-то выводы для себя. В любом случае, что-то узнаю. К сожалению, на такой школе я впервые и просто хотела бы узнать для себя нового из, скажем так, не то чтобы из первоисточников, но я изучаю арабский язык, персидский язык, плюс историю культуры Ближнего Востока. Поэтому, так как у нас в университете нет кафедры иудаики, я вообще ничего такого не сказала. Хотела бы узнать побольше, зачем я здесь. Известен еще только один такой город, где, например, мечети и синагоги находятся достаточно близко друг от друга и в центре города. Это вот Иерусалим, такое есть место. Ну и в Казани то же самое и это имеет место быть. Абсолютно татарская семья. На мой вопрос, почему вы хотите своих детей отдать в еврейскую школу? Евреи плохо своим детям не сделают. Первое. Второе. Евреи воспитанные. Я хочу, чтобы мой ребенок тоже был воспитанный. И у нас находится в центре города несколько еврейских школ. Они финансируются государством на очень высоком уровне. И ребята из этих школ могут ходить, показывать то, что они евреи. Сглазить то, что на самом деле так уж сильно складывается в городе, который и называется.
сказ «Гус Ан Мать». То есть казанка – это мать гусей, гусиной речи. Поэтому там нарисован гус, это треугольчик сверху, как будто женского пола, который его породил. Творить можно все еще угодно, можно творить из глины, можно творить из звуков, то есть есть самые разные способы, можно из красок, а вот творить из текстов – это поэтметраж. То земля и небо предстанут перед Богом на страшный суд. И вот как бы и земля с небом воссоединится, и восток с западом воссоединится. Где можно запад сравнить с мужским началом, а восток с женским, и вот когда соединяется вот это начало, это появление жизни и продолжение жизни. Именно в этой точке, а сейчас запад и восток, происходит акт Закипа, то есть добрый поступок. Он привлекает внимание Бога, вот тут его глазик сверху. То есть Бог смотрит на с неба на землю и опять же уничтожает расстояние. Давай, камера, мотор, поехали. Типа религии, они все разные, и глобус там уже... И типа разные люди перекидывают. Да. Слышь.